Халозеон – это небольшая плотная выпуклость на веке, вызванная закупоркой или инфекцией вырабатывающих смазку желез, расположенных на верхних и нижних веках. Это часто наблюдается при блефарите. Халозеон может причинять неудобства. Он непригляден на вид и мешает смотреть. Халозеон первоначально бывает красного цвета, имеет раздутый вид и является болезненным на ощупь. В редких случаях халозеон может вырастать достаточно большим и давить на глаз, вызывать отвисание век и расплывающееся зрение –